Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут... А как называется ваша подрядная организация? Наша организация называется «Строим сами, как можем». Вот видите, строим. Скажите, пожалуйста, а я слышал, что вы денежку кому-то заплатили. У вас должны быть уже стены, крыша. Или вы так будете жить? Мы же подрядной организации заплатили вы, а мы вам строим. И как долго вы будете строить? О, Бог даст. К сентябрю построим следующего года. Вот смотрите, вот погодные условия сегодня не позволяют. Нет, уже не позволяют. Уже тучи идут, пора домой. Рабочий, почему у вас так? Почему у вас мало рабочих? Как мало? Вот я рабочий. Уже много. Две руки, две ноги. Сегодня вот две лопатки сейчас копну. Завтра две лопатки копну. И глядишь, к следующему году вон туда докопаю, да. А стены? Как же жить-то? Так как называется ваша организация? Копаем сами. Точнее, нет, извините, извините. Копайте сами. И стройте сами. За ваши деньги. И вообще, не снимайте меня, пожалуйста. Я... Что это вы тут делаете? Нам строим дом. Нам? Да. Себе, наверное? Не, вам. А это что? И сколько, как долго вы его строите? Ну, 15 января уже можно будет приезжать. Sei come whisky, o mi sbronzo di te, ma togli quel vestito che fa tanto schifo a me, o Cosinella. Non faccio una barboncella, non vestite di blu, non vestite di blu, non vestite di blu, o Cosinella.